Ракушки, запеченные с тыквой и сыром, это очень вкусное и яркое по-осеннему блюдо для сытного меню. Для запеканки отлично подходят конкильоне или лумакони, большие ракушки из твердых сортов пшеницы. Конкильоне или лумакони, большие ракушки из твердых сортов пшеницы, можно фаршировать разными начинками, мясной, овощной, сладкой. Я поделюсь с вами рецептом, как приготовить ракушки, запеченные с тыквой и сыром. Получается ярко, вкусно и сытно. Подготовьте необходимые продукты. Тыкву вымойте, очистите, удалите семена. Макаронные изделия отварите в посоленной воде до состояния аль-денте. За одну минуту до готовности согласно инструкции на упаковке. Слейте воду. Половину очищенной тыквы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Половину тыкву натрите на мелкой терке. Перемешайте сыр и тыкву, нарезанную кубиками, начините смесью ракушки. Поместите их в форму для запекания. Тыкву, натертую на крупной терке, пассеруйте на растительном масле до мягкости. Следите, чтобы тыква не подгорела, иначе соус будет горчить. Взбейте в блендере. Добавьте сливки, перец черный молотый, мускатный орех, розмарин, соль по вкусу. Залейте соусом ракушки, форму накройте фольгой. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Фольгу снимите, поднимите температуру запекания до максимума и готовьте еще 5-7 минут до золотистой корочки. Подавайте фаршированные ракушки со сметаной. Приятного аппетита!